Здорово, парни! Воркаут-школа снова здесь. Сегодня мы поговорим о базовой тренировке воркаутера первого уровня. Мы не будем делать суперсложных вещей, поэтому каждый может повторить. Давайте с нами сегодня потренируемся. У нас будет сегодня круговая тренировка, будем делать брусья, потом турник, потом отжиматься на полу. Все это в три круга и между упражнениями без отдыха. Начнем с брусьев. 10-15 раз, погнали! Двенашку сделали, погнали сразу на турник. Отдых не делаем. Специально выбрал подальше турник, чтобы передохнуть подольше. Тоже 10-15 раз. Давайте сделаем с вами 12, так же, как на брусьях. Ну, вы поняли. Чуть-чуть пошире взялись, больше спину проработали. Чуть-чуть поуже, больше руки. Давайте на пол, прямо здесь. И 15-20. Здесь сделаем 18 раз. Старайтесь грудь в себя вжать и в конце себя додавливать. Очень важное движение. Не забывайте в конце додавливать, плечи опускаете, и тогда лучше проработаете грудь. Чем шире, тем больше растяжение грудных мышц, тем больше они прокачиваются. Чем уже, тем больше на трицепс. Примерно так комбинируйте между кругами, примерно 1 минута отдыха, и повторяем это заново в круг. Если не получается делать, то мы сейчас покажем некоторые упрощения всех этих упражнений. Блин, я запыхался. Вот такая вот базовая тренировка. Ну что, парни, Артем мне передал эстафету, и сейчас я вам расскажу, как можно упростить эти упражнения, если у вас не получается делать определенное количество раз. Ну что, парни, упрощаем и пойдемте, я покажу, как это сделать. Делайте удар. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И больше вы не можете делать, и делайте вы вот так. Заходите в верхнюю точку и медленно опускаетесь. И так, пока вы не наберете эти 12 повторений. Также вы делаете на полу. Делаете раз, два, восемь. Больше не можете. И медленно опускаетесь, пока не коснетесь груди. И то же самое с подтягиванием. Пойдемте. Раз, два, восемь. Больше не можете, помогайте сейчас забраться и медленно опускаетесь. И так везде, пока вы не наберете нужное количество вам повторений. Пробуйте. На этом все, парни. Если вам нравятся такие видео, то не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы он стал красным. И это всего лишь первый уровень базовой тренировки воркаутера. Ждите следующих выпусков, дальше будет жестче. Парни, Макс уже все сказал, но я хочу чуть-чуть добавить. У нас появился телеграм-канал, куда мы будем выкладывать интересные статьи, какие-то новости из мира воркаута и так далее. Подписывайтесь. И, кстати говоря, мы туда первым делом будем загружать наши видосы, точнее, ссылки на них. И вы первыми эксклюзивно сможете просматривать каждый ролик.